официальным данным, вражеские самолеты сбросили 180 тысяч бомб. По числу ударов город уступает лишь Сталинграду. Вражеское вторжение в Мурманск началось 29 июня 1941 года. Именно тогда финско-немецкие войска перешли в наступление по всему фронту от Баренцева моря до Финского залива. Но попытка захвата провалилась. Уже позднее, в сентябре этого же года, фашисты совершили вторую операцию, чтобы прорваться к городу. И вновь потерпели неудачу. Были отброшены за реку Большая Западная Лица. На рубеже этой реки проходила линия фронта до октября 1944 года. Сегодня мы как раз-таки говорим о городе-герое Мурманске, о ветеранах Великой Отечественной войны. Мы должны узнать, как же было тяжело во время зимы суровой выживать людям вот такой трудной жизненной ситуации. И мы победили фашизм. В зале почетные гости – одинцовские активисты «Единой России» – школьники. В этот день воспитанники Назаревской школы совместно с местным культурно-досуговым центром представили насыщенную программу мероприятия. Военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» уже 9-й год проходит в округе и объединяет всех жителей. Во-первых, хочу сказать большое спасибо Андрею Робертовичу, что он создал, придумал такой прекрасный проект, как эстафета «Салют Победе», потому что сейчас это вообще как никогда важно. Он объединяет поколения, маленькие наши дети, ученики школ, они узнают о войне, о героях войны. Знамя Победы, медаль за оборону Советского Заполярья и морскую офицерскую фуражку времен Великой Отечественной передали из теруправления Назаревское в Звенигород, где жители также смогут подробно изучить подвиг города-героя Мурманска. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».